Вечер 22 декабря. Вот такой вот грозный закат. Сейчас над Тобой. Вот видите, какой здесь закат. Здесь есть тоже такие вот маленькие. Забыл, как называется. Это куда? Вспомнил, геккончики. Короче, если они есть, значит, змеюк рядом нет. И они к тому же вылавливают всех комаров. Сегодня утречко 23 декабря. Я все еще лежу в своей кроватке. Наблюдаю, как мимо плывут кораблики. И вот решил сегодня я поплыть в город Парапат. Посмотреть, что же это за городок такой. В ожидании своего кораблика до городка Парапат смотрю, как развлекаются здесь туристы. Присутствует здесь еще такой вид транспорта, покатушки на банане. Ну, я не знаю, в чем прикол таких покатушек. Здесь не переворачивают, просто катают по озеру. Где-то приблизительно полчаса ожидания, и вот наконец-то мой кораблик, который отвезет меня в маленький городок Парапат. Сейчас же я нахожусь на полуострове Тук-Тук. Классно то, что кораблик можно ожидать прямо у порога своего отеля. Они плывут по всему полуострову Тук-Тук и забирают туристов прямо из их отелей. Вот так выглядит мой отель с воды. Вот мы уже на кораблике. Так призывает туристов, кому нужно сбивать. Здесь устроили покатушки. Некоторые все еще используют стандартные лодочки. Сегодня воскресенье, 23 декабря. Вот, пожалуйста, сколько раков. Вот он, элитный отель. Сейчас я вам покажу рабочее место водителя этой лодки.
А это верхняя палуба, на которую очень часто любят заглядывать туристы. Ну, а я ведь турист. С этой палубы открывается чудесный вид на окружающие ландшафты и панорамы. Помню еще раз, он совсем маленький, а вот напротив, там вот вдали, это уже парапад, куда мы сейчас и направимся. Если смотреть со стороны воды, то все, конечно, выглядит очень красиво и экзотически, но я вам уже показывал, как все выглядит, если пройтись вдоль улицы. Все везде заблокировано. Хотите пляж, значит, вам нужен отель с выходом на пляж. В противном случае на пляж вы не попадете, конечно же. Вот он, кстати, чисто в национальном стиле отельчик. Сюда также не подобраться. Есть, конечно, среди этих домиков и домики местных жителей, но их буквально единицы. В основном все уже куплено и скуплено. Вот это и окончание полуострова Тук-Тук. Вот. Далее идет остров Самосир. Я в отражении. Местная зона. Не заплывать за буйки. Выглядит прикольно. Каролине отель. Привет. А что же будет, если заплыть за них? Да, прикольно. Вообще-то здесь купаться сомнительное развлечение, так как постоянно лодочки туда-сюда плывут, и вот на воде нет-нет, да и появляются маслянистые пятнышки. Так что... Не знаю, не знаю. Я не купаюсь. Ну, вода, кстати, теплая. Вот вам сам остров Самосир. Он сплошная скала или кратер. Вулкана, когда-то бушевавшего на земле. Вот он я. Вот такие вот отельчики здесь. Но панораму, конечно же, лучше вот эта. Мне она нравится много больше. Кратер, вулкан. Сейчас покрытый растительностью. Это намного прикольнее. Вот так выглядит последний причал у полуострова Тук-Тук. Вот те непонятные бочки, это мини-фермы, на которых разводят рыбу. Вот так вот проходит сбор пассажиров. Сессия довольно-таки длинная. Здесь перевозят все. Потому что так
намного проще, нежели объезжать огромную территорию. И вот, наконец-то собрав всех пассажиров, мы держим курс на городок Парапат. Вот так выглядит полуостров Тук-Тук. День сегодня выдался довольно-таки пасмурный, но зато очень комфортно плыть к городку Парапат. А меж тем городок приближается. От полуострова Тук-Тук до города Парапат плыть приблизительно полчаса. Это, конечно же, не учитывая пассажиров, которых берем на борт. А вот это главный порт Парапата, куда приходят все лодочки. А сейчас я вам покажу город Парапат. Вот наконец, где есть фрукты. А здесь сушат перчик чили. Вот такой это городочек. Пока что не очень, да? Вот такой он Парапат. Местные маршрутки. Если честно, даже нечего рассказать об этом городке. Вот, пожалуйста, Парапат. Здесь даже негде пойти. Сейчас попробуем другую дорогу. Случайно нашел местный рынок. Вот, может, сейчас здесь прикупим фрукты, овощи. Итак, сегодня удачный день. О, вот, кстати, полиция выглядит так. Значит, сегодня мне удалось прикупить продукты, которых нету на Тук-Туке. Причем здесь довольно все дешево. И мне это понравилось. Потом мне удалось купить билет обратно из Букитинги в Медан, что мне особенно понравилось. Теперь у меня как бы гора с плеч. Ну, в-третьих, все это произошло довольно быстренько, и сейчас я возвращаюсь обратно на Тук-Тук. А вот сам Парапат вообще не порадовал. Это очень и очень маленький городок.
всего несколько улиц, и весь очень и очень грязненький при этом. Полиция отправляется на задание. Это называется отдать концы. Кстати, кораблик тот же самый, на котором приплыл, на том и отплываю. За час успел практически все и прикупиться. Самое главное, билетик обратно взять, и все классно. Вот еще пассажиры на тук-тук. Здесь постоянно вот отправляемся, вроде отправляемся, пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, опа, кто-то идет, возвращаемся, снова отправляемся, отправляемся, пик-пик-пик, снова возвращаемся. Это пункт, где регистрируется, неизвестно для чего, правда, там ставится, значит, имя, отчество, мужчина, женщина и из какой страны прибыл, и все. Это время, когда отправляется на тук-тук. Эти кораблики первые в 7 утра, а последние в 18:00. Так что времени вполне достаточно. Момент истины настал. Мы отходим снова. Я возвращаюсь обратно на тук-тук. Короче, в парапате смотреть не на что. Думал зависнуть здесь на несколько часиков. А получается, что негде зависать-то. Вот рыбачки на рыбалочке. Но здесь хотя бы есть места, где подойти к озерцу и хоть что-то поймать. А у нас только маленький пляжик напротив отельчика, и на этом все. Вот подходит следующий кораблик с тук-тука. Получается, где-то в районе каждого часа полтора курсирует туда-сюда одна лодочка такая. Сегодня день очень классненький, пасмурный, ни холодно, ни жарко, вообще идеал. Народу совсем мало, сейчас не туристический сезон, ну и хорошо. Поэтому все и не очень дорого. Говорят, что в туристический сезон все поднимается в 2-3 раза. Значит, вот тук-тук наш, на который мы возвращаемся. А завтра вечером мы уже покидаем остров и озеро Тоба и уезжаем Букитинги. Снимать особо нечего, хотя бы заснимем корабли. Сегодня совсем не ветрено, и озеро очень и очень нежное, без всякой ряби, красота. Вдали виднеются вулканы, и все легкой дымкой покрыто. Когда светит солнышко, то озеро становится голубовато-зеленого цвета и напоминает воду океана. Вот
Парапад все дальше и дальше. А тук-тук наоборот, все ближе и ближе. Вот так вот выглядит кратерная гора. И Парапад, получается, находится в ущелье этого кратера. Зачетное место. Довольно красиво. Правда, гулять особо негде, разве что брать байк, потому что брать велосипед бессмысленно, очень много подъемов, и в результате получится, что больше будет ехать велосипед сверху на вас, нежели вы на велосипеде. А так, для релакса, рыбку половить, помечтать, место просто супер. На середине озера есть запах рыбы, то есть рыбы здесь много. Вот впереди тук-тук, маленький-маленький островок, я его весь обошел буквально. Сколько мне, наверное, час максимум. Ходить особо негде. Одна центральная улица и все. А по Самосиру также немножко прошелся. Также идет центральная улица. Думал подняться где-то к кратеру. Не нашел нигде никакой дороги. Так что довольствуюсь тем, что есть. Довольно интересная особенность, которую я узнал только что. Если на одном корабле плывешь в две стороны, то получается платишь уже не 40 тысяч рупий, а только 35. То есть 5 тысяч идет скидка. Вот такие вот здесь особенности бизнеса. И меня обратно привезут к моему отельчику Реги. Это тук-тук. Говоришь адрес, и вас довозят до места назначения. Довозят, ну не знаю, как правильно, довозят. Но все равно довозят, хоть по воде, хоть по земле. Ну вот, это будет первый пункт назначения. И так постепенно, мой походу получится последний, потому что мой отельчик Реги находится на противоположной конечности этого полуострова. Можете покататься на такой вот штуке.
дня развлекаемся. Кстати, видите, какие здесь пятна нефтепродуктов, так что я бы не купался. Что я, впрочем, и делаю, я не купаюсь. Развлекуха. Это нужно уметь. Птички населяют этот остров Тоба. Они очень часто пролетают, ловят рыбу. Ну вот, кстати, например, этот отельчик уже не из дешевых. Здесь отдых потянет на приличную такие суммы. А за что платить? Ну что делать в таком отеле? Любители дуриана. Плывем далее. Вот местная тачка затеяла стирку. Вот это небольшое селение, где живут местные. Без туристов, без всяких украшений. Реальная жизнь. Еще не один небольшой архипелаг местных жителей, но здесь уже вперемешку с новомодными отелями. Еще одна остановочка. Такого вот отельчика. Он соседствует вот с такими вот исполинами. Видишь, уже дорогой. У меня все попроще. Это уже гостевой дом, но такой довольно-таки внушительных размеров. Маленькая экскурсия вам будет по отельчикам Тук-Тука. Эти туристы проспали свое место, им указывают. И вот, я же говорил, что буду только один. Так оно и случилось.
отельчик. Наконец-то приплыли. Вот. Вот я и на месте. Снова отель Реги. А вот так выглядит озеро Тоба, когда солнечный день и спокойная погода. Такая вот водичка в часы спокойствия, когда нету ветра совсем. Даже рыба отдыхает на уикенд. Сейчас обедняя пора, 2 часа. Все на уикенде. Broken.